Привет, стримаши. Опять я взвешиваю яйца. И это Синявина. Яйца S1. Опять категория. Это 55-65 грамм. Вот видите, красненьким написано. Эти, я помню, синявинские, они часто обманывали. Меньше был вес. И это не случайные ошибки. Специально они обворовывают людей. Слишком часто это повторяется. И представляете, они в день сколько делают. Миллионы этих яиц. Так, видно вам или нет? 54. А, еще может сфокусироваться? Я думал, он так близко не фокусируется. Вот, 54. Ничего, оно не высохло. Должно быть 55. Обман. Такие вот яйца. Ну а что, мошенничество в законе. В стране, в государстве Россия. В законе. Ну, буду дальше следить. Подписывайтесь. Пока, стримаши.